Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, и это новости в разработке Soviet Driver. CG Official дропнули новый скрин, вот собственно он. А также к нему прилагалось описание, в котором разработчик дал понять, что в игре теперь есть динамичная смена дня и ночи, то есть день в ночь и ночь в день будут перетекать плавно. Что ж, после просмотра скриншота, в принципе, остаются хорошие впечатления. Работающие фары как у вашей машины, так и у трафика, светящие фонари вдоль дороги. Единственное, для ночи это как-то светло, но я могу ошибаться. Судя по зеленым деревьям и отсутствию снега, что логично, на дворе лето. И как вы знаете, лето ночи гораздо светлее. На скриншоте новинок в автопарке я не вижу, но зато могу смело сказать, что в игре не будет пустых парковок. Где-то будут примерно вот так стоять машины. А это добавляет в игру жизнь и понимая, что вы не одни в этом мире. Посмотрев вокруг, мы видим церковь, которую могли видеть ранее, гаражи и жилой дом вдалеке. Знаете, мне еще очень понравились пешеходные переходы, они как и в жизни в темноте заметны. А также по каким-то причинам не робят светофоры. Ну и в принципе все. Я создал отдельный плейлист на канале, куда я буду заливать свои видосы по данной игре, а кто вообще про нее первый раз слышит, посмотрите предыдущий видос. Ссылка на группу разработчика уже в описании. Встретимся в следующем видео или на стриме.